третьем классе было такое стихотворение, я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Но у меня было стихотворение любимое, это мое, что учительница спросила, а ты куда, говорит, пойдешь? А я говорю, я пойду работать на кран. Но она категорически была против. Первого сентября мне исполнилось 18 лет, я пошла на курсы крановщиков в домостроительный комбинат «Аксуис». Но у нас, как сказать, в семье династия крановщиков. В 86-м году я закончила курсы крановщика. В 89-м году сестренка закончила курсы крановщика. Через какое-то время закончила другая сестренка курсы крановщика. Школу закончила племянница, тоже выучилась на крановщицу, тоже работает крановщиком. На заводе Фрунзе я работала, на шехтовом дворе, и грузила вагон со стружкой. До такой степени увлеклась, что с горой нагрузила. Перегруз пришлось потом полдня половину отгребать. Хохотала вся бригада. Мама умерла, когда мне было 17 лет. Я сама принимала решение и ни разу об этом не пожалела. Сложно. Пока не втянулась, пока не узнала, пока руку не набила, так сказать, тонкости не познала. В любой профессии так. Когда начинаешь, всегда без ошибок не бывает. В любой профессии, неважно, кем ты работаешь. Тут же все сложно, как у водителя. Надо правильно подъехать, правильно взять груз, правильно это. Трудно сказать, в чем сложность. Я ни разу не пожалела о своем выборе. Ни разу. Я люблю свою профессию. И я горжусь ею. Я считаю, что человек должен заниматься тем, что ему нравится и что ему близко. А женское и мужское – это уже какой-то архаизм, каменный век.